Как а, ПЦР. Блядь, давай ПЦР, все. Мы уже смотрели курсор. Похуй, давай. После обзора. Так, ребята, здравствуйте. Это очередной выпуск Bookish Review. И сегодня у нас реобзор на Nikka Day Smooth and Delicate Blended Whisky. Япония. Япония. Все верно, Егор. Итак, первый дегустатор у нас сегодня Ваня. Вы помните его по предыдущему видеообзору на Nikka Day? Ему в прошлый раз даже очень понравилось. Что он сегодня скажет? Прошло где-то года полтора-два, наверное. К сожалению, с тех пор мои вкусовые рецепторы, сосочки на носу, блядь, и улавливающие ароматы. Ну, просто ты уже нажрался, поэтому... Потом спирт. Я чувствую спирт. Здорово. Ну, я... Козлянь, только спирт. Я добавлю спирт. Я сильно пытаюсь, но только спирт. Ну, давайте на вкус немножечко попробуйте, пожалуйста. Только сразу не глотайте, там, подержите во рту немножко, где-нибудь там. Угу. Что? Из еды? Да. Сказали бы, я бы чуть-чуть. К сожалению, нет. Что значит нет? К сожалению, спирт и спирт. Все. Больше ничего, ни дубовых бочек, ни, сука, фруктов, спирт. Все. Ну, Ваня, просто... Разобью виски колы, пожалуйста. Нажрался. Егор, давайте вы, как специалист по кальвадосам у нас, экзотическим напиткам, что-нибудь ощущаете? Да. Глаза заслезились, блядь. Нет. Нет. Черносливом почему-то. Почему бы и нет? Сухофрукты вполне себе могут там присутствовать. О, нихуя себе, как профессионально он полоскает, блядь. Прям как настоящий сомелье. Сейчас бы на камеру еще брызнуло. Итак, ваше впечатление? Подождем, пока сомелье подумает, посмотрим на Ваню. Егор вроде подумал немножко. Ну такой, знаешь, терпкий вкус. Ну да, наверное, уже из-за того, что, блядь, кроме терпкости, ничего. Ну, ты хотя бы почувствовал чернослив, слушай, это уже хорошо. Поздравляем Егора с тем, что он почувствовал. А так, у нас какое-то насилие здесь происходит из-за Вани. Скоро оно будет произведено на Ване. Вот. Что? Ты хочешь, чтобы я тоже? Надо нахуй не выключить, главное. Это было сегодня. К сожалению, я тоже уже сегодня довольно много выпил, чтобы полностью давать какие-то, блядь, охуенные тонкие... Давай, как в любимую женщину, погружайся в бокал. Ну, для меня, в первую очередь, Nikka Day на запах это всегда такая цветочная сладость. Да, сука, не... И соглашусь с Егором, есть некая вот эта вот сухофруктовость, так скажем. Да, блять, я не могу! Ваня у нас дестабилизируется. Для меня вот вообще никакого спирта, я прям вот полностью вдыхаю, как можете видеть. Вот прям нет никакого спирта. Очень нежный запах. Я просто уже делал обзор на этот вискарь, и из нового я могу добавить, что у меня с этим виски довольно сложные отношения сложились, потому что я понял, что... Ваня, ну пожалуйста. Я понял, что его не нужно... Иди нахуй, пидор! Его не нужно пить комнатной температуры, как вот другие односолодовые, например, виски, Glenfiddich там и прочее. Поэтому немножко ставим в холодильник, охлаждаем и... Вот на данный момент, что хочу сказать, просто довольно приятный виски, неплохой бленд. Нам насыпали какую-то хуйню, анальные коленки. Вот, да, оцените, пожалуйста. Ладно, отвлеклись. Ну да.
И финальный вердикт. У меня так как этот виски уже почти закончился. Ну, где-то может быть месяца через три он уже закончится. Поэтому мне было приятно. Колечка, дорогой, спасибо тебе еще раз, что привез этот замечательный напиток мне из Питера. Надеюсь, что у тебя все там хорошо, что ты больше не будешь покупать себе блинфитик за 3000 рублей на один вечер и пить его там с колой или чем-то там его, блядь. Просто чистоганом ебашь, как водку, не знаю. Не важно. Вот. Колян, спасибо тебе, братан. Хороший виски. Поставлю ему все-таки, наверное, 8 для бленда. Сейчас он стоит очень дорого, типа за 6000 вообще нет смысла брать. Тогда он стоил 4000. Нормальная цена для него. Как экзотика, как японский виски, почему бы и нет. Очень мягко. В коктейлях, если вы пиздец богатый, будет вообще просто идеально, перфектно. Так тоже, слегка охладили, можно пить. Льда не добавлять, только пидорасы. Я знаю, что вы лед добавите, то я вас выйду. Все, я все сказал, до свидания. Ты забыл самое главное. Оценку? Нет. Идите нахуй.